Кто такие россияне? Это представители более 190 национальностей. Среди них ингуши. Ингуши – нахский народ Северного Кавказа. Ингуши – коренное население Республики Ингушетия, входящее в состав Северокавказского федерального округа. Общая численность этносов в мире – более 700 тысяч. Большая часть проживает в Ингушетии. Национальный язык ингушей относится к нахско-дагестанской группе и является государственным в Республике Ингушетия. Большая часть ингушей – мусульмане-сунниты, но встречаются христиане и приверженцы традиционной народной религии. Самоназвание народа Галгай чаще всего переводят как «строитель крепости». Монументальные крепости, замки и башни Ингушетии подтверждают эту версию и напоминают о мастерстве ингушских архитекторов. Узнать больше об ингушах можно в проекте «Национальность.ру».